Всем привет, уважаемые друзья. Да? С нами снова Димон. И будем. И добро пожаловать на обзор карты Puntech Warcup 237, если мне не изменяет память. Нет, ой, 274. Это я промахнулся, конечно. Изменила память. Да. Карта, в общем-то, Strafe от Puni с коллаборацией вместе с Капкорбом, CMC и Анхом. Анх, судя по всему, выступал тестером. А CMC и Капкорб выступали в роли других. Ты куда пропал? А вот. Выступали, в общем-то, в роли саппортов, я так понимаю. Ну и, короче, давайте посмотрим. Я тут просто кое-что бросил в глаза. Тут какая-то красненькая полосочка есть. Это клип, короче. Ну ты его не видишь? Да. Да ладно, не важно. Значит, старт у нас тут есть. До начала посмотрим, что у нас там. Тут у нас ничего. Телепорт обратно. Там у нас что? Ничего. Никакой сети. Обидно. Да. Значит, старт у нас такой. Мы прыгаем, падаем на рампу. Просто скачем куда-то. Поднимаемся. Но, между прочим, вначале есть вот эти бочечки, которые можно... Причем очень хитрые. Если просто встать и прыгать, то смотри, вот какая выставочка. 39, да? А если упереться в стену, сразу вот стыдно. Так. Это значит, что мы можем сделать дабл джамп и забрыкнуть на бочку и прыгать чуть выше, чем пол. Стало быть, приземляться эффективнее на рампу. Еще и можно налево. Пол. Да, да, налево. Так, а там что за выход? Я не знаю. Интересно. А, там старт. Так, значит, теперь про дырочку, которая чуть там. Справа, точнее. Опа. Опа. Да, там мы вышли. Так. Какие-то развилки непонятные, что-то. Так, ну этот путь то, откуда мы пришли. Если мы шли прямо. Это трубки, лампа, старт, дырка. Пойдемте дальше. Видим мы тут рампу по бокам, которую можно сделать дабл джамп, залететь наверх. Ну это видно сразу просто. Здесь у нас джампа. Опять сок толкает нас. Тут у нас строфе, чекпоинт. Со звуком. А у меня нет звука все нет, еще. А у тебя нет звука? Ясно, сестра. А подожди, с эмбиент. А у меня один с эмбиент стоит. Ну они тихие, блядь. Ха. Трубы, кстати говоря, у нас классные, закреплены все просто. Можно пройтись по ним. Нормально, даже вот здесь стоять можно вообще. Блин, это нормально. Это да. Уровень. Это уровень. Так, ага. Можно тут сделать что-нибудь, например, упасть. Вот сюда, набрав скорость дополнительную, ясность. Это визовские роуты, между прочим. Да ладно, идемте дальше. Так, а тут чё? Чё тут? Нихерно. Ладно. Неужели Пуни не оставил секреток? А вот мы узнаем. Пройдем карту до конца. Тоже узнаем. Так, у нас небольшие ямки. Можно зафейлить и умереть просто там. Давайте проверим, умрем ли мы там. Нет, не умрем. Отлично. Отличные новости, мы не умираем. Отличные новости, да. Тут у нас контейнер, в котором ничего нет. Тут тоже у нас ничего нет. Я сейчас умру, походу, потому что маппер не положил Battle Suit на старте. Значит, еще один чекпоинт. Ой, я слышал, да? Такой. Да. Оп. Между прочим, с каждым чекпоинтом частота звука увеличивается, он становится все выше и выше, понимаешь? А, ну вот, для этого Капкорп и нужен был. Тут у нас тоже есть рампа по бокам, тоже можно сделать дабл джамп, улететь куда-нибудь. Тут у нас развилочка, но все развилки идут в один конец, по-моему. Тут у нас тоже рампа, ее тоже можно завязать, между прочим, как-нибудь. Там приземлиться, там с большой скоростью на эту рампу. У нас какие-то ходы в никуда, в белый свет. Я тоже там белочек? Да. Ясно. Так, значит, есть платформа. Задизайнерены. Все так, да. Холодильник. Пожрать может что есть.
Трубы, трубы. Желтые полоски. Чекпоинт. Пим. Ясно. Яма, которую я сейчас не перепрыгну, похоже. Собака. Телепорт. Что он дает? А, вот. Нормально. Все потещено. Да. Почти. Сейчас получится. Есть. Ебой. Трубки зашибись вообще. Понимаете, закреплено все. Трубки только, зашибись. Только вот тут клип того иностранный. Тут вроде все нормально. И тут, короче, клип на типа 45 градусов. А дальше клипа нету, короче, понимаешь? Можно в трубах так стоять. Ну, читы. Общем, читы. Опа, опа, Capcorp Industries. Нормально. А у меня PicMip 3 стоит, я вижу только очертания. Ну, чтобы картинка не рассыпалась. Ясно. Но я буду рассказывать, что тут написано. Тут абсолютно Анх Ренталс. Не знаю, что как это такое. Так, дабл джамп, можно залезть на него. По-моему, там ничего нету. Идемте дальше, что мы видим. Еще одни холодильники. О, а вентиляция есть что? Интересно. Нету ничего. Ясно, все. Значит, у нас тут есть рампа, на которой можно сделать дабл джамп. Но у меня нет скорости, поэтому мы пройдемся. Тут зачем-то клип. Ну, чтобы не вообще упасть, не наверное. Как бы клип прям до стены дотем. Ну, я вижу вас. Так, вот это вообще классный клип, по-моему. Лучше всего. И тут еще один джампад. А она в Q3 реально другая? Или джампады просто для Q3? По-моему, тут джампады сильнее кидают где-то, я не помню точно. Видите это? Вращающиеся сны. И у тебя тень двигается тут? Да. Вообще классно, блядь, не видите. Потом дифраги, чтобы тени двигались. Ну, вообще, изи, да. Для DF2, я так скажу. Ясно все. Так, а где я? Ничего себе, телепорт куда-то мне. Километры назад пихнул. Один чекпоинт, по-моему. Значит, у нас тут так комната огромная. Об, между прочим, старинный. Так, значит, а тут у нас что? Тоже ничего. Так, значит, смотрим еще. Тут у нас опять джампад. Тоже не очень-то сильно кидает. Трубы в клипе, между прочим. Так, это... Стена тоже в клипе, не знаю почему. Между прочим, здесь упасть нельзя, потому что тут клип внизу. Потому что все грамотно. Все правильно. Так, а тут у нас... А тут у нас предыдущие комнаты, так сказать. Подожди-ка, а что это за комната? А что за лестница? Опа! Опа! А как сюда попасть? Опа! Упачки! Ну-ка, по лесенке пройдемся. Сейчас пройдемся. Сейчас все пройдем. Так, так. Интересно. Сейчас скример, блядь, выглядит. Ну. Connection interrupt. Так. Ё-моё, где я, блядь? Так, вот. Ёпты. Да, ёпты ж. Что творится, а? Да ёпер. Лол. Куда плыть, бля, я его... G-speed сделай, Димон. На серверах нельзя делать G-speed. Да можно. Блять. В смысле, можно. Я, у меня ноуклип с G-speed'ом стоит. Ты видишь, чтобы я летал тут на 1000. Не ёбан. Как все сложно. А ведь проще, можно сделать так. Опа, я все вижу. Ну, так. В общем, ну ты видишь, да? У тебя
Небо вырублено? Нет, не вырублено. И... Да, там тоже, блядь, все смазано, да? Но, теперь в общем-то, по очертаниям видно, что ну, тут можно пройтись и будет там, что... потерялся, блядь. Где я, нахуй? Оп, нашел. Так, значит, где он там? Впрочем, вот так пройти пешком. Прекрасные лесенки. Как же высоко! Так, там мне хорошо. Не, так. Не шат. Мне нужен не шат. Вот. Так, BFG. BFG. Ясно. Ну, Димон! Ты думаешь, я знаю, что есть фильм, да? Все. Вот так. Фу, как высоко. Ёперните. Летающий фонарик. Кстати, фонарики насквозь проходятся нормально. Изи для DF2. Изи для DF2, я считаю. Давайте упадем все-таки вниз. Ёпты ж. А меня-то что-то ударило, слушай. Несмотря на то, что я год мог там убить. Все-таки фуплейнг. Опа. Опа. Дизайн. Пайпуни. Спешл Сэнкс 2. Капкорп. CMC. Анг. Комполонус. И пан. Ха. Нормально. Нормально. Нормалды, я бы сказал. Так, джамп-лап. Так, теперь бы найти выход из этой секретки. Ох, себе, лабиринты. Да. Так, вроде отсюда я пришел. Да, вот эти стеночки, вот там все. Лол. А для чего вот это сделано, интересно? Хм. Почему тут клик? Очень странно. Так. 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 Нормально. Пим. Пим. Нормально, нормально. Так. 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 И у нас какие-то рампы. Срезочка. Срезочка? Ну, можно даблджамп сделать и улететь. Можно. Можно куда-нибудь улететь. Но, а нужно ли улететь? Куда нам улететь? Тут дверь закрыта. С той стороны тоже. Нам, по идее, нужно только вот туда. Эти рампочки можно вязать только для того, чтобы упасть на них и набрать скорость с помощью них. Я пролечу тут, потому что у меня нет скорости, и даже шапки не сделаю. Оправдывайся, оправдывайся. Так, что там, что это? Что-то там крутится. Крутится, ну-ка, что-то. Смотри, 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 что там, смотри. Опа! Опа, бур! Бур, бурит, смотри. Бур бурит, нихуя. Смотри. Обрезанный бур. Обрезанный. Врезанный. А тут бура нет, смотри. Тут, тут можно упасть. Тут секретка, значит. Так, значит, опа, сейф-пост падаем. Умираем, ясно. Отличная секретка. И тут у нас финиш. Написано даже. Фин. Вот все. Тут у нас платформочка. Тут у нас пустота. Просто темень. Но... А что за платформа? А внизу что? А внизу, между прочим. Секретка. Коннекшн-дер. Ясно. Так, что там написано? Tools who always complain will never be happy. Common sense. Сказал. Пишем переводы в комментариях, так сказать. Те, кто всегда жалуются, никогда не будут счастливы. Это правда. Посидим в скелете тогда. Интересно, а почему тут скелет? Нет идеи, почему он тут. Ну ладно, давай, попробуй пройди ее быстро. Пройти. Что будет из этой срезок, не знаю, да. Да, долго. Надо пройти быстро, а среза долго. Да. Среза долго, я считаю. Не получилось завязать рампу. Ну и ладно. Ну и эту рампу. Ну и пожалуйста. Как ну и не нужно. Проходится на расслабоне. Это просто...
Фу, весело. Весело, Задорнов. Да. Уж. Изи. Все, 52. Вот и изи. 50 хп в конце осталось. Изи. Так и шо? Ну и давай заводим тогда в ЭКУ-3. Ну давай попробуем. Потому что она действительно отличается. А в ЭКУ-3 побегу я. Побегай. Шо в ЭКУ-3 у нас те же самые бочки. У нас телепорт также. Здесь также телепорт. Это для ВК-3 по любасу. Ну да, направо ВК-3 не уйдет. Ну и там шампада нет, правильно. Ну да. Пока все то же самое. Куда? А почему телепорт с другой стороны? Хм, недоработочка. Сомнительно. Вот надо налево тут идти. А телепорт кидает направо? Яс. Лапер, СПМ. Ух, какой ты рисковый парень. Трупы спасают. Так, джампа. Джампут, так. Так. Вроде пока все так. Да, пока вроде да. Пуни вроде любит делать совершенно иную карту для его кутри. Да, да, да. Так, опасно, опасно. О, падай. У платформы, да. Что-то другое. Нормально. Так, а что у нас здесь? Так. Тут у нас дело, мы не сделаем джампан. Уже дабл джамп. Что с джампан? Ох ты. Нормальный такой джампан. Убедил. А куда идти? Туда. Пальцем показать. Да, я увидел. Ну да. Да, значит. Жух. Жух. Ясно. Ну, по-моему, надо, конечно, вот сюда врезаться и с хорошей скоростью, так сказать. Вот туда, вот это вот. Опа. Опа, а вот это может джампад в кутри? Я. Поломанный джампад, раз уж так криво валяется. О, ты застрял! Ты застрял! Нет! Нет! Это ловушка для вас. А у нас не девмап, да? Девмап, девмап. Девмап? Ноклип. Ноклип. Опа. Изи. Изи вылез. Вообще не так. Так, тут джампад. Не такой сильный. Да, ну вот единственное, походу, различие с джампадом. Угу. И опа, а тут дырочка, смотри. Опа, дырочка. Опа, пролетел. Опа, дырочка. Уры, уры, ну и финиш, да? Чуть не уебался. Да, что, ну секретка я... там, думаю? Другая, думаешь, секретка? Да, может быть. Ну давай, посмотрим. Ох ты ж, бляха. Как ты сквозь пол прошел? Я такая же. Да, да, такая же. Да, такая же. Да, да, ты-то видишь. А? Ты-то видишь там, да? Надо да, смотреть. Она написана как будто по-другому, типа не текстурами. Угу. Шейдером как будто написано. Очки напялим, значит. На. Ну... Я в ЭКУ-3 уж не буду быстро проходить. Не умею все. Да, ну можно хотя разочек. Я привык, короче, в DF2 на X убиваться и теперь постоянно жмяку X. А у тебя бин тут назад? Да, у меня вот здесь назад. Так, идем слева здесь. Звуковые сопровождения. Уф. Бочки. Долетел, красава. Так. Да. Прогресс на лицо. Да. Правда, я карту не знаю. Да, я тоже не знаю, что. Да, да. Это я доказал, что не знаю карту. Так. 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 Ладно.
Ну не совсем, может, быстро не пройдем. Ну да. Ну как, побыстрее уж, чем некоторые, так сказать. Так сказать. Так вот, бум. Куда? Лол. О, тут телепорт прям там есть. Так, так. Так. Да лети! Ясно. А чё так сложно-то? Да вообще сложно, я говорю. А тут джампад хоть чё-нибудь пихает? Нет. Ничего не пихает? Нет, ничего не пихает. Как я не долечу никогда, ты чё? Первый раз долетел. Да это случайно вышло. Всё, 45 хп уже там. Тут в натуре есть шанс просто сдохнуть из-за того, что ты не можешь пройти каждую. Ну да. С первого раза. Что ты творишь? Став 2 минуты, бум. Бум! Все, пошли смотреть демки. Будем. Ну карта классная, мне нравится. Я бы ее на самом деле даже поиграл. Так. Викут 3. Комполомус. Давай насчет плей. Я говорю плей, и ты жмяк, это тоже плей. Ты же не нажал еще play? Нажал. Ему, давай, я тебя жду, давай. Ты говоришь play, все, давай. Давай, давай, говорю play. Ну. И... Он у меня поехал, да. Идет, а у меня time skill. Так, очень так, заюзал срезу. Но тут нет джампада, что же он будет делать? А быстрее ли так, на самом деле? Мне кажется, нет. Мне кажется, тоже. Раз. Ну, стрейфит неплохо, молодой нормально. Человек. Нормально. Он контролирует себя, так сказать. Контролирует себя. Пока ничего не разъебал. Себя контролирует. Так, стрелочки, кстати говоря, там такие. С доскими не получится. Карту знает, в отличие от некоторых. Да. Есть такой момент. Так, падаю очень удобно на самом деле. Да. Потом. Все неплохо, пока все неплохо. Вроде так, нормально, ГФ лишний. Вообще боится просто. Вообще бесстрашный комполомус. Бесстрашный. Мог бы сразу туда зайти. Да, в натуре. Так, с первой попытки. Тоже, кстати, тени тут двигаются. Да. А что там за желтый квадратик был справа? Хм. 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 Минута 29. Ну неплохо. Между прочим. Космобикер 1.25. Play. Я походу чуть раньше нажать. Нажал. Ой, это. Нажал. 4 секунды. Нажал 4. Ну вот да, по-моему, тут быстрее. Ну да, да полюбасу быстрее. Там пока через рампу, еще через то все. Это невыгодно, чисто экономически. Неплохо. Сразу видно, что космобикер стрейфит получше. Космобикер опытный парень. Космобикер вообще красава, я считаю. Надо бы тоже в DF2 прикрутить звук к чекпоинтам. Просто звук. Который автоматически будет усиливаться в зависимости от скорости, с которой ты пролетаешь чекпоинт. Между прочим. Маленькая скорость там. Большая. И... Да, и... да. Класс. Такого в DF не сделаешь. Надо будет и поговорить с шериф. Не знаю, Димон. Я теперь больше шарю в DF2 маппинге, чем в DF. Ну все неплохо. Разве что немножко что-то цепляет стены. Ооо. Долго прыжок жмет. Вообще прям полтора года жмет его. Всю карту жал прыжок, бля. Столько. Не знаю, следующий чувак. Дивос. Дивос. Или задом наперед ковид, Димон. Ёпты. Что это значит? Ковид? Ковид. А, ясно.
До минуты 24. Плей. Орб. Вот это старт. Вот это старт. Внезапно. Быстро завернул в туннель. Джампад. Почти без ГФа. Кстати, прыжок хорошо жмет. Вообще. Лучше, чем некоторые. Да, я повторяю, что прыжок держать долго не нужно. Иначе вы набираете очень мало скорости. Так-то. Фрейм! Фреймволк! Фреймососкользялка. Между прочим. Чисто школа для FPC 19 года. Да. Пам. Не, ну орб это, конечно, очень больно. Ну у меня там маракас не стало. Нет, класс. Не, я по классике. Ну, ну видно, что, кстати, на больших скоростях молодой человек не очень хорошо стрейфит. Поэтому знаю. Я рекомендую поиграть какие-то карты скоростные, прямые там и так далее, чтобы на таких участках себя чувствовать более комфортно. Long Tunnel какой-нибудь. Да, или Grid, Strafe Get 2, по-моему, есть, или Grid 2 есть тоже. В общем, плюс 2 секунды, сделку 3 гигс, плей. Ух. Ух, минута 22, Дима. Сервер тайм 6 минут, ясно. Да, все понятно сразу. Все ясно с этими гуха. А может быть это фейк не гуха? Хм. Конспирология. Ну слушай, пока стрейфит еще... неплохо. Бляха, стрейфит как стрейфит, я считаю. А это как? Вот так. Между прочим, пока справа вначале никто не пошел. Да. Будем следить за этим. Будем держать в курсе, так сказать. Да. Все равно все обзоры слушают. Да, да. Все их полностью смотрят. Да. Надо, да. Надо сказать, знаешь, что надо сделать? Что надо? Надо будет в каком-нибудь месте сказать пароль, который должны будут написать в комментариях. И это мы проверим, смотрят ли варкапы вообще. Надо не сказать его, а показать его. Показать пароль? Да, просто на секундочку. Опа, типа, увидел пароль, напиши в комментариях. Все. Тогда, что за секретка, что говорит секретка у Пуни в конце карты? Все, если вы внимательно смотрели начало обзора, если вы его вообще смотрели, вы знаете. А значит, напишите в комментариях на любом доступном языке, который вы изучаете или знаете, или вообще похуй, хоть на египтянском нахуй, но, если вы смотрели, вы знаете, что там написано. Или общий смысл хотя бы, вы точно запомнили. Хейз, плюс секунду сделал, плей. Плюс секунду, между прочим. На такой секунд. Карте ты не усвоишь плюс секунду. Да, это очень мало, на самом деле. Блин. Тем более для Хейза, а Хейз же нормально играет так-то. Ну так-то, да. Интересно, что он лил? Не знаю, ну что-то пролил, наверное. Справа все еще никто не проходит. Да. А справа, наверное, быстрее, да? Ну, и... в некотором смысле. О! 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 Нормально. Что-то новое увидели. Так, вот. Чуть-чуть не зацепил там. Вообще. Походу мы в дальнейшем будем просто сидеть на ответ, ничего не делать. Ну да. Не, такие обзоры, это тяжело, так сказать, обзорить большие.
Потому что силы кончаются еще на обзоре карты. И потом ты просто сидишь такой, ну, стрейфит норм, ну, да, нормально. Да, горит. О, сразу залетел, смотри. Вообще. А он у тебя давно залетел? Только что, я правильно сказал, что я залетел. А, все хорошо. Залетел. Ха. Нормально, но финиш пострейфил хорошо, я считаю. Да. У предыдущего места там вообще было 1200 скорость, а у меня 1500 в руку в ноги. Да. Так, Морозаров. Плюс 200 всего сделал. Из Смоленска. Плей. Всего лишь плюс 200. На такой карте, Димо. Вообще. Как думаешь, мы кому-нибудь дадим на этом варкапе приз за оригинальность? Если кто-то ее спиной полностью пройдет, то да. А у тебя демки нет? Нет, я не пытался. Очень жаль, Димон. Карта длиной в минуту, да. Он справа не идет. Не идет справа, все еще. Никто не идет справа. Все хотят слева. Все идут налево. Да. Мужики еще. Так, Амразаров у нас научился хеллбитом стрейфить. Ох ты! Смотри, как ты прилетел. Да. Опасный человек. С ним шутки плохи, я считаю. Как перелетит, бля. Мало не покажется. Да. Прям по краешку, по краешку. Вообще, вообще. Вообще нормально, слушай, стрейфит. Не, реально, все неплохо. По всем траекториям там и так далее. Все очень даже хорошо. Так вот. Так вот, прыжок жмет долго. И джампад заезжал. Да. Ну, с джампадом, ну, может быть, кстати, у него это основной минус в его тайме, то, что он завязал джампад. И разница из-за этого всего 200, а не 2 секунды, например. Потому что прострейфил он не хуже, вообще не хуже Хейза. В конце только, на 100 упсов не длиннее. Ну да, но это не так критично, я думаю, на такой карте. Ну, как джампад. Да. Кутри Лекс на секундочку отбил, так сказать, плей. Минута 20. Может, это Кузлех? Кузлех? А тот Кузгух? Бля, давай запомним, короче. Бля. Так, Кузлех. Что ты жжешь? В смысле? Так. Это, знаешь, читаю ники в стиле энтера, блядь. Ну. Как написано, так и читаю. Кузлех. А, блядь. Ты ж сам это придумал, что ты орешь, блядь. Я не был готов. Короче, Кузлех тоже стрейфит норм. Но, опять же, прыжок. Сколько можно вам говорить? Кузгух, Кузлех. Кустрих, Кустех. Кто там у вас еще есть? Я вам говорю, последний раз, я больше не буду говорить именно вам, вот двоим вам, не буду больше говорить про прыжок, говорю последний раз. Ой, хорошо, без жамбата. Последний раз, ребята, вам говорю, последний, прям last, прям последний, отвечаю, базарю, последний раз говорю. Жмите прыжок меньше, сука. Прям на паде пиздец, нормально. Да, ну. Жмите прыжок. Всех, это всех касается. Жмите прыжок. Меньше. Это влияет на набор вашей скорости. Вы играете стрейф, где набор скорости очень важен, ребята. Так-то. Вот именно. Минута 18, Пашка. Плей. Спуб. А тут что, Пашкуа? Так. Так. Хм. Надо прям на самом деле чеки сравнить будет. Давай вот сейчас посмотрим. 14,9. Запомнил? Да. 14,9. Все еще слева такое. Да. Оп, 8,8,8. Нормальный чек, да? Да, запомнил. Признай, не надо? Хм, я не знаю. О, 8,9,9,2. Запомним. Запомним. На 14,9 надо запомнить. Да, да.
ГФ, чёткий такой. Да, вот сделал. Пашка, кстати, чётко стрейфит реально. Пашка вообще ГФит, как чёрт. Я не хотел, подожди. Ну это в хорошем смысле. Ой, здесь много срезал, смотри. Вообще чётко срезал. Правда, вот здесь потерял, но я вот 1100 ох залетал. Ох. Ох. Нормально. Все хорошо у Пашки. Так, финишная прямая. Страфит. Нормально, ну, скорость. Ну нормально, да. 1514.9. Так, Шаркосити, между прочим. Между прочим, рефлексер занимает топ-4, между прочим. И обгоняет Кутрилеха. Какой? Кутригуха. Кузгуха, а, Кузгух, Кузлех. Да, бля, запомни, да. Не звать, напиши где-нибудь, запиши. Кузлех, Кузгух, я себе записал. Все, изи. Так, Шаркосити, плей. 17.9. Когда он тебя начал прыгать? Ну, вот начал он прыгать. Где он сейчас? Он сейчас идет джампада. Вот, на джампаде. Ясно. Все, теперь с тобой. Также слева проходит. 14.1. 14.1. А там было 14.904. Да. Сам бы целая секунда. О, тут тоже нет. Шаркосити стрейфит очень хорошо, я считаю. ВК3, учитывая, что ВК3 вообще не его физика, по идее. Так-то. Грефит. Прыгает, наверное, с RG-скриптом всегда. Не знаю. А, нет. Ну, хуй знает. Я не знаю, зачем. Декс тоже иногда так стреляет. Может, Декс тоже с RG-скриптом? Может, так типа проще тайминг прыжка, да, типа, если... Один раз стрельнул. Если типа одновременно прыгаешь кнопки, одновременно чем. И типа если ты сделал один выстрел, не два, то значит все хорошо. А если два, то ты уже. Ну, не знаю такое. Так, нормально скорости набрал. Вообще класс. Да, хорошая демочка. Стрингест. Yes. Стрингест. 15, минута 15 на 2 секунды перебил Шаркосити. Плей. Сейчас мы тебя. Вот, давай стронгеста по-жесткому, короче. Да. Давай. На рампу упал слабо. Да. Но и вылетел с рампы слабо. Такое. Такое. Так. Пешком. Ой, прошелся пешком. Слабо. Так, ну-ка. Справа прошел. Прошел справа, но можно лучше. Да, можно лучше. Можно куда лучше, Стронгест, старайся лучше. ГФ хороший, да. То нет, нет. Так, попал на... Раз. Очень много потерял на рампах. Странно как-то прошелся. Тут вообще стрейфил. Здесь завернул. Вообще стрейфил, да. И вообще стрейфил. Вообще стрейфит, пиздец. О! Срезает так. Срезает, так сказать, сильно. Сильно, сильно. Красиво. Мужественно. Нормально. Ну мужественно. Ну стрейфит нормально. Так, на рампу попал. Я же сказал, поздно достаточно. Сразу сюда, на 900. Так, это все хорошо тут пока. Нормально. Я бы сказал, что траектория не очень, ну, пофиг. Ну слушай, нормально стрейфит, на самом нормально. Деле хорошая демка. Правда, в конце немножко кривенько, но я думаю, что большие ничего страшного. Да, большие скорости в ВК3, они не очень приятные, так сказать. Так, Арент. Арент? Это кто? Из Грузии, чувак? Наверное, Россия. А написано Россия, да. Где-то мне врут. Жопой чую. Ну ладно, на 500. Чё, ты нажал? Нет. Давай, плей. Давай, плей. На 500 перебил. А, Арент. Ладно, ну понятно, что это агент. Но это Арент. У меня потому что R как R, а не как G. Агент ты кто? Агенты кто? А это тот агент? Я не знаю. Уже столько этих агентов. Да, такое. Проходи слева и перебил все еще. Для него что-то ядерное потом. Да, это означает только это. Ну, сенс высокий. Вообще. Как будто я играю Rocket Run. В каком-то 2000...
12. Ну да. Так, скипнул нормально. Так, да. Не, ну стрейфит хорошо, кстати. Да. Несмотря на высокий сенс, попадает хорошо и держится хорошо в фуде. Так, скипнул тоже нормально. Джампа, по-моему, раньше попал. Греф какой-то. Ой, да. Ну, я думаю, что это не по плану было. Но главное, долетел, да. Может, по плану. И здесь траектория получше, кстати. Так, ну страфит. Но здесь еще неудобно то, что узко, по идее. Типа, для, поэтому еще неудобно. 1500 пока что у всех. В среднем. 1500 на финиш. Ой. Ну что, неплохо. Поздравляем, кстати говоря, Стронгиста стоп 3, Арента стоп 2. Вообще, да. И Вух 8. Минута 08. 448. Я считаю, что здесь читы. И Вух 8. И Вух 8, да. А где седьмой, интересно? Ну ладно. Плюс 7 секунд. 7, Вася, секунд сделал. От Арента. Арент потом такой: да я твою семью найду, понял ты. Между прочим, такого разрыва не было между последним и предпоследним местом. Че? Я вам... Че? Ну 4 секунды там. Ну а тут 7. Ну 7. Тебе не кажется это странно? Не знаю. Бля, Диман, отстань, что ты хочешь сказать? Разрыв большой. Знаешь, у кого разрыв большой? Так. А вот, в ЦПМ скажу, у кого разрыв большой. Ну, это 0.8, Ивух, плей. Все ясно. Разрывы, знаешь, разные бывают. Угу. Угу. Так. Ивуха можно даже не комментировать, просто наслаждаться... Идеальным стрейфом. А может быть, не идеальным. Хм, вот и посмотрим. Так, справа. Справа. Короткая траектория. Очень хороший ГФ. Очень везде хорошие ГФы. Буку триггеры, главные. Рампу здесь не задел, в отличие от Стронгиста. Что-то странное произошло. Нет, он специально на джампад попозже хотел залететь, чтобы траектория была лучше. Да. Че, наверное, я тебе базарю. Да, ты взял роуд Стронгест. А может, это его роуд, черт он. Да, прикинь, Стронгеста в роуд и ворут. Со стрима прям. Так, вот так и знал, что там надо юзать. Прям на краешек. Вообще. И 1000 здесь сохранил. Бум. Анарки просто кричит. Да. Вякает. А он бит. Уже 1500. 600. 700. Вот, ну кутришный стрейф. На 24 перевес. 3 фрейма. Да. Ну да, 3. Ну ладно, неплохо. Переходим к ЦПМ. ЦПМ вроде побыстрее. Так. И даже здесь нет разрыва в 7 секунд, ты понимаешь? Да. А почему Анх не отправил? Я бы хотел посмотреть Анх. DevCompsru, смотри какой-то. DevCompsru. Ну так написано, а что я сделал? Ладно. Crazy. Минута почти ровно из Краснодара. Play. Метод. Competition метод. Crazy. Метод crazy. Ясно. Опа. Срезать. С даблджампом. Так, справа. Да, нормально все. Правда, очень поворачивает кнопочка вперед. Между прочим, да, это можно забанить за это. Ну не забанить, конечно, но боковыми поворачивать лучше, братан. В некоторых ситуациях. Как широко пошел, прям. Да. Любит широкие, знаешь. Поширше, так сказать. Да, да. Опа! Опа! Так. Нервы на пределе, бля. Страфит. Вот из-за кнопки вперед он во многих местах очень широкую траекторию брал. А если бы не брал широкую траекторию, то он бы перебил, скорее всего, быстрый X8 Русьян. Русья.
Вот этого. Нормально. Чего у него точки там не стоит, пиздец? Стоит. Где? У меня стоит Best RX8 Russia Sankt P, а потом точка-точка. Точка, хорошо, все нормально. Чё за ник такой, пиздец? Написал бы норм, ты же, у тебя же норм демки были RX8, я тебя помню. Давай, так, 59,9 на минуту, ой. Ну, на секунду перевел. Play. За 0,8 прошел. Да. Тупо, блядь, это... Карта фрейма, друзья. Да, да. Очень на рампу не попал. Плохо. Очень много скорости потерял. Надо бы под более острым углом заходить. Поворачивает нормально. Человек. Давай. По-человечески? Может, кстати, рампу на потолке завязать, чтобы она тебя там пихнула. Да, возможно. Посмотрим, как квазар прошел. Квазарыч. Квазаренко. Ясно. Не, ну стрейф нормально, по крайней мере, видишь, Крейзи, вот он поворачивает боковыми, видишь, как он плавненько все повороты входит. И набирает при этом еще скорость. Странно сейчас будет. Ну да. Боже, бляха, страшно. И на больших скоростях тоже RX-8 у тебя небольшие проблемы при наборе. Поиграй прямые, прям вот... Перед тем, как идти играть в стрейф, поиграй какую-то прямую, попробуй зоны пооттягивай, там, туда-сюда. И... У тебя все получится. Дикая лошадь 57.2 на 2 секунды. Плей. 666, айдишник, смотри. Да. Пус. Восторги. Угу. Может, это и есть. В натуре. Хербергер, ник, не знаю. Да не, пус лучше стрейфит, ты че? Пус бы ракету достал уже. Да, пусть бы уже ракетрану тут устроил. Летит. Да, ну вообще чувак не торопится. Куда торопиться? Это же... А чё? Стрейф. Это же Майнкрафт. Не куда торопиться. Это же не дефраг. Как дефраг? Человек, кто говорит про скорость высокую? Это так, кубики погонять. Если Майнкрафт это кубики погонять, то дефраг это что погонять? Лысого. Ясно. Или тебя погонять, самого себя. Самого, да, селф погонять. Погонять by self, так сказать. Погонини. Нет. Так, что могу тебе сказать, братан? Ты очень много теряешь... скорости на том, что ты просто поворачиваешь, все время поворачиваешь. Ты поворачиваешь даже там, где прямая, ты поворачиваешь всегда. Ну, так, утрируя, да, естественно. Так что ты можешь повернуть и набрать чуть-чуть скорости, а потом снова повернуть, потом еще набрать скорости и снова повернуть. А еще ты долго жмешь прыжок. Волканой. Ну это, он слишком спокойно прошел, несмотря на его дикий ник. Да. Волканой, тем не менее. Да, почему? на три минуты перебил. Нормально. Да, неплохо. На 3 часа перебил. Теперь у нас отрицательный тайм. Так, рампу хорошо завязал. Нормально. Ну, от Волканоида я жду хороший стрейф, на самом деле. Пока все неплохо, но там было бы эффективнее, наверное, боковым. И здесь везде боковым. Не знает, наверное, что кнопку вперед нужно отпускать, оказывается. Нормально прыгнул. А еще как-то долго очень до худа добирается. Да. Типа он не. Как будто он. Не знаю, как будто на тачпаде, блядь, играет. Ну реально, видишь, как он доводит? Да, это может, он очень... его не видит вообще, не знаю. Это очень странно. Ты видел, да? Отпусти кнопку вперед. Да, неплохо. Пролетел дырочку. Заворачивай. Ну, неплохо, конечно. Конечно, неплохо. Но
Ты всю карту пытался довести до худа и только в конце смог это сделать, ты понимаешь, Вулканоид? Это интрига, он создавал сюжет. Да, 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 да. Короче, ставлю тебе по комичности 5, по стрейфу 2, все. Так, Космобикер 53.1 перебил на минуту, плей. Днепро, Украина. Днепру. Про, значит, в городе Прошников живет. Да. Так, рамку завязал, ох, как завязал. Не очень. Ох, как, да, не очень. А оказалось, что завязал очень даже ничего. Я думал, сейчас как завязает, да, а ну, как в натуре. Да. Потом как раз, блядь, все происходит. Да, такое. Вот как здесь думал завязать, вообще идеально просто завязал. Сейчас. Да, скорость вообще уровня. Ну это твоя школка, Дима. Какая моя? Такая. Школа Икаруса, автошкола, так сказать. Автошкола? А Икарус-то послал ДМ-ку? Не знаю. Ну, забыл, как стрейфить в конце, просто. Да, да. Мозг просто отключился, просто не понимал. Там просто плюс 30 секунд, он такой, бля, ну похуй так, да, иду, ну, типа. Еще бы на 360 там крутился бы. Ну, в натуре. Плюс 300 секунд сделал devcoms.ru. Да. А кто это? Может, это Носф? Да-да. devcoms.ru. Да, почему нет? Ты... У этого, у Носфа. Ну это КФГ у Носфа. Да, ты уверен? Ну это мой КФГ, но мы его вроде как загрузили на DFComps. Вроде что-то такое было, и ник там просто DFComps.ru сделали. Ясно. Значит, это конфиг Носфа, да? Да, ну по сути. Ну, это по же сути, его, да. Его сайт, его и конфиг, поебать. Ясно. А еще у меня очень громко заурчал животик. Я слышу. Он покормите не то, что... меня. Он как будто говорит, да, в натуре. Не, ну стрейфит хорошо, правда. Напрямую, опять же, на высоких скоростях проблемки небольшие есть. Про снап пока не слышали, ребята. Да, про снап пока не слышали, не знаем. Но я думаю, что если открыть туториалы на нашем YouTube-канале, то можно узнать много нового про стрейф и не только. Так, нюк 51.4 перебил на минуту. Плей. Перебил на 40 часов. Изуме. Изюм. А, это изюм. Изюм. А, изюм, бля. Так, хорошую рампу завязал. Да, плюс 200. А у меня 10.008, Димон. Здравствуйте. Жух. Минус 88, ясно. Минус 88 дней, естественно. Да, естественно. Ну, стрейфишь ты, нюк. Не очень. Тоже не доводишь. Как-то все это. Тут перевел, тут не довел. Тут не оттянул. Ты же должен знать уже про снап, братан. Ну, походу, не знаю. Ну ладно. Гимрак. 51.00000000000 плей. Ладно, я прям вовремя нажал плей. Да, ты прям узнал. Затаймил по-братски. По-братски считай. Уф. Прилетел нормально. Уф. Кстати, перестал поворачивать кнопку вперед, когда он вот это начал делать. Да, давно уже начал. Ну, мог на рампу упасть. Мы же с ним вроде проводили даже профбеседу, так сказать, чтобы он не поворачивал. Я ему сказал, что зарежу его собаку, если он не перестанет поворачивать кнопку вперед. Пересмотри, сразу заработал. Не связывайтесь с дефрагерами, они злые. Это всего лишь была мотивация. Да, потерял скорость. Кстати, Северная 36 минут. Старался. За то, что старался,
Ставлю тебе плюсик. Собаку пока не буду трогать. Класс. Ставим класс геймроку. Все. Так. Квик. Быстрый. Квик. Ну, нет, не такой уж быстрый, да? 59. Издание Play. Квик. Квик, если ты это смотришь, мне очень лень говорить по-английски, поэтому я тебе скажу по-русски. Я надеюсь, ты ничего не поймешь. Так, Рампа, неплохо. Но Виталий получше, на самом деле. Минус 500. Минус секунда. Ну, поворачивает нормально. Жух. Нормально. It's a good. And it's a good. Полностью сыпать. Это хорошо. И это хорошо, да. Да. Нормально, слышь, поворачивает вообще. Поворачивает, да. Good movement, quick. I'm too lazy to explain something in English. So, sorry me. Always good, but try harder as always. 47.6 хейс перевел на 3 часа перевел квика. Не такой уж и быстрый квик, как оказалось, плей. И пока никто не сделал с бочками, да, эту срезу? Там на самом деле, если прыгать с этих бочек и стрейфить нормально, там перелетать. Так что не думаю, что это валидно. И вообще стоит того. Ну, не знаю. Надо потестить, так сказать. Ну, нормально, 1500 кеш, вообще 1600 уже. Блин, надо было поиграть, это знал бы я, что он их не участвует. Классная карта, реально, мне нравится. Я бы ее прямо это, знаешь, подрочил, так сказать. 17 плюс. А? 18 плюс карта, все. Ну да. Опа. 1700. Вообще забыл, что такое стрейк. Да, как игры. Будто в КС начал. Так, Skykes 46.8 play. Давай уже поэтому. А то уже перебил час. На 3 месяца. Что же там за среза такая? Неплохо. Еще они многие как-то типа у самого края делают этот дабл джамп там. А можно, мне кажется, делать его подальше от края, при этом нормально еще набирать в воздухе там. Mm-hmm. Ну не знаю, ну как-то неправильно, по-моему. Чуть не врезался было. Да. Опасная демка. Опасная. Я хочу демка. Кушать опять, Димон. Я опять хочу кушать во время обзора. Чё? Чё? Ты кому звонишь? Господи, вот. Тоже 1700. А вот он еще поднабирал. А из-за того, что он еще поднабирал и покрутился, а то, что он покрутился, это дефраг такой, смотри, так, он крутится, плюс 100 ему сделаю, нахуй. Типа, смотри, на 800 перебил. Неплохо. Так, Лекс из Паланги. 45.8 плей. На 900 получается. Можно, вот можно пораньше. Они, по-моему, слишком поздно этовают на рампу. Натуре. Мне кажется, что можно пораньше, и потом еще спейсинг так сложится, что ты потом на вторую рампу еще попадешь, которая вниз идет. Ну, посмотрим у Квазарыча. Блин, ну стрейфит круто, да? Нормально, прям плавненько. Да. Здесь, конечно, слишком высоко, наверное, взял. Слишком хороший дабл-джамп. И здесь поднабирал. Дабл джамп нехорошая, а высокая. Да. Разные вещи. 1800. Спид лида пока что, между прочим. Да. А ты опять слышал, как у меня живот урчит? Да, немного. Блин, надеюсь, на обзоре не слышал. До этого там кто-то говорил на фоне. Я думал, это живот вот так урчит. А. Оказывается, по-другому. Ну ладно. 45.9. Чуть-чуть совсем Шаркости в ЦПМ отжал. Четвертое место, кстати, занимает, как и, по-моему, ВК-3, да? Да, ВК-3 да. Тоже четвертое, красавчик. Ну, Стронгест там. Нет. Да, нет, там Шаркости четвертый. Да. Стронгест третий.
Короче, шаркости. Хорош. Все, 45-9, плей. Очень странный старт у него. Теперь он будет перчаткой спамить дефраг 2. Потому что да. У меня именно так и выглядит. Не, он несколько не спамит. Сварщик, блядь. Сварщик. Спасибо Шаркости за фри рекламу, так сказать. Дефрага. На рампу мог взять. Я все жду, что кто-нибудь заезжает на рампу. При большой скорости там ее не заезжаешь. Потом... А он ее почти заезжал. Так у него небольшая скорость. Туда. Ну, бля, отстань. А если даблджамп раньше делать, то все надо. Я не знаю. Ой, как ты... Ой, все, отстань. Пропусти. Very bad strafe at the end of the map. Соглы. Так, топ-3 FPS прокпоп. Прокрор. Про... Профессиональный кей-поп. Это бан. 43-1 play. На 2 секунды больше даже чуть. Неплохо. Нормально. Так, много скорости, косарь. Так, будет ли раньше попадать на рампу? Видишь, да, чуть раньше сделал. И здесь на рампу попал. И 1500 уже. И поворачивает. 1600. Смотри, как крутит, а? Крутит. Да. На рампу не попал. Ну, прилетел. Широко, широчайше. Должен был затормозить. Должен был затормозить и попасть на рампу, я считаю. Все зашибить, я считаю. Да, нормально, вообще круто стрейфит. Опа! 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 Бесконечное количество скорости сейчас. Я 2000. Хотел бы отправить привет писателям знака, но не получилось. Да, красава. Он сам себя хвалит. Минус уважения. Да. Нам Netlight. Топ-2. 42.0. Второе место. Прокипоп. Я тебя даже не поздравлю с топ-3, потому что ты сам себя уже поздравил. Все. Нам Netlight. 42.0. Play. Диман! Диман! Жух, вот это старт. Смотри тоже пораньше. О, какой дабл джамп! Вообще жестко. Че, на рампу-то попал? Да. Все. Это смерть просто. Все, это победка, я считаю. Очень классный дублджамп. Уф, скин. Видно, что роуд прям определенный есть. Раз так скинит и так быстро дублджамп на рампе делает. Уф, летит как зверь, я считаю. Ну все, Дима, они нормально так играют. Ну я да, слышу. Согласен, да. Тоже слышу. 42.0. Нормально, классно. Но в центре не заюзал вот эту рампу. В конце, которая в центре рампы есть. Мне кажется, их надо юзать, и тогда изи победка, так сказать. Квазар 44 на 1.5 секунды. Плей. На 10 секунд. Между прочим, на 10 секунд быстрее, чем другой чувак из Денмарка. Да. Середа 61. Ну, это любимая моя демка. Много скорости, на рампу вообще не попал. У него и без него как бы на лампах. Ну да, ему и не надо. Ну пожалуйста, говорит рампа, ну не нужно. Да. Вух. По-моему, у Димана там было больше скорости, я не знаю. Но уже нет. Уже нет, да. Ну тут и спейсинги у него другие, и скорости другие. Он более узко все делает. И на рампу и попадает. Зачем он? О! Надо какой пойти перебить, ужас. Что ли, их там. Да, надо, да. Если они, конечно, с того времени уже Анх не пришел. И не перебил всех. Ну что, показываю бровзер. Такие вот результаты. 16 CPM, 12 VQ3. Минус уважения про кипопу. Уважение Стронгесту и Аренту. Арент, кто ты? Стронгест топ-3, это хорошо. Там Netlight топ-2, это хорошо. Проки пишет на английском. Это
Не знаю, почему он анх так написал. Судя по всему, копипаста из Google переводчика. Да, вот он тут и пишет. Снова не последний. Это тоже хорошо. Ну, стрейф не мое, но это мы видим. Но, подожди, это кто? Комполомус. Не, надо просто стараться чуть-чуть лучше, понимаешь? И все, сразу стрейф твое станет. И вообще дефраг твое станет. Вообще все твое станет. И бабы, и деньги, вообще все. Да, если все стараться лучше. Нет, не благодаря дефрагу, благодаря тому, что ты стараешься лучше, Димон. Ты не путай эти самые. А Икарус пока, кстати, в лидерах рейтинга ЦПМ. А в ЭКУ-3 у нас Кет. Хотя они не отправляют никто демки, но да ладно. Ну шо, вот такой вот, короче, пунтэч. Классная, на самом деле, карта. Очень динамичная. И в ЭКУ-3 очень динамичная, классная. Вышла Пуни, молодец. Все, кто ему помогал, тоже молодцы. Димон, ты тоже молодец, потому что мы целый час пишем пунтэч. 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 Ну все, ребят, всем спасибо большое. Обязательно не забываем. Пишем пароль, который мы говорили в течение варкапа, в комментариях пишем. Кто не напишет, тому бан. Не забываем про Кузлеха, Кузгуха. Да, Кузлех, Кузгух. Это теперь наши любимые никнеймы. Кутри Лекс — маленький мозг, а Кузлех — большой мозг. Всем удачи, ребята, всем пока. Да.